Готовы? Мотор. Мы с Томиком увеличили мощность двигателя и поставили его на самодельное шасси. Великий момент. Стало? Да. Также снегоходу нужно было придать устойчивость. Для этого на подвеску я поставил задний рессор от мотоцикла за $60. Амортизатор? Да, ставим сюда. Так, вниз, вверх, амортизатор, рессора. Последующие два дня мы ставили бензобак, сиденье и систему управления от мотоцикла. Это можно разобрать и приварить к снегоходу. Это будет руль. Ну вот. Готово. Снегоход готов. Прошло две недели напряженного труда, но каждая секунда того стоила. Я невероятно горжусь своим созданием, экстремальным снегоходом, где сердце – двигатель от сирены. Тяжелая рама дает ему прочность и устойчивость. Испытания предстоят на пределе возможностей.